Всем привет, добро пожаловать, с вами снова Ната Шибо. И у нас сегодня шашлык, наконец-то я его так ждала, прямо чтобы на мангальчике, на шампурах. Безумно вкусно, я уверена. Это шампиньоны в сырном соусе, я сделала, просто попробовать. Огурчики, помидорчики. Так, давайте пробовать. Сырный соус достаточно вкусно. О, да. Шикарно. Но здесь есть немножечко кетчупа. Так, а я уже... Готовый, абсолютно нежнейший. Должно быть два кусочка.
Я жевать устала. Он такой чуть-чуть суховатый. Чуть-чуть. Все, я уже наелась, устала жевать, но получила максимальное вообще наслаждение. Давно мы с вами не ели шашлык на шампурах. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И до скорой встречи!